Ми продовжуємо те, про що ми говоримо, про актуальні проблеми от сьогодні. Сьогодення з моєю колегою, журналісткою Світланою Шевельовою, яка ще до того входить в комісію пропаганди нашого Національного олімпійського комітету «Олімпійські ігри». Але я думаю, що вони все ж таки не відволікуть увагу громадськості від тих проблем, про які ми щойно говорили з Миколою Томенком. А ты понимаешь, на самом деле все же это закономерно, и все это завязано в один узел, и спортсмены, и, как это ни странно, жилищное, коммунальное, все это, все, оно все же, это же наше все, ничего и все дивно, наше да. Неприсмотренное, потому что как проблемы там есть, так проблемы и здесь есть. И мы вчера наблюдали, действительно, ну, выход людей на улицы, да, нарешті мы наблюдали, да, наконец-то, как бы, но у меня есть опыт, я буквально перед Евро-2016 была во Франции, как раз попала, когда не работали бензоколонки, когда поджигали, но, вы знаете, там, честно, даже французы говорят, да, мы понимаем, что за этим стоят люди, да, мы понимаем, что проплаченные товарищи, которые поджигают, есть. Но это же наше четкое тоже убеждение по поводу того, что законодательство менять можно только с нашей волеизъявлением. То есть невозможно ничего поменять и рычаги вот эти устраивать без нас. Того, у нас меняется покинуть. Абсолютно верно. Это невозможно, потому что Франция в этом смысле, все-таки она, будем так говорить, впереди планеты всей. Да, две революции, потом Парижская коммуна доказала, что в принципе с народом считаться надо. То есть и ситуация, в принципе, да, так. С народом считаться надо. Они как бы в этом смысле люди, на которых действительно как бы опыт которых можно перенять с одной стороны, а с другой стороны там законодательство, которое защищает интересы людей. Так и у нас же которое... конституция и законы, как бы их выполнили. Нашу конституцию за 25 лет, который раз уже пытаются переписать. Вот мне просто хочется... Кожен під себе. Да, вот каждый... Мы сейчас вот слушали Томенко, я с удовольствием как бы в свое время у него несколько раз интервью брала, и я знаю, что это человек, можно как угодно относиться к работе кого угодно, получилось, не получилось, но он планомерно выстраивал свою политику, и он знал, за что он отвечает, вот и что он говорит. Абсолютно верно, стратегия. Сейчас мы наблюдаем, что стратегии нет. Причем, как не было ее у Ющенко, если ты помнишь, был Павленко, занимался спортом, который сказал, все, запретить все соревнования, поменять все. Нет, но дело не в этом. Потом он со временем немножечко как бы устоялся и поменял какое-то свое мнение. И, в общем-то, со спортом более-менее было ничего, но изначально была тенденция поломать. А точно с молодью там же абсолютно верно, то же самое и сейчас. С детьми. Идем в Евросоюз, значит, надо все поломать. У нас так все плохо, так как-то не устроено, как-то неправильно. Но если мы идем в Евросоюз, но не можем сделать собственную систему, ну, тогда давайте, может, возьмем мировой опыт. Почему нет? Словаки, которые, в принципе... Не далеко от нас ушли. Им тяжело, им тоже не сладко. У них пенсионеры получают очень скромные пенсии, действительно, там в пределах до 300 евро. Опять же, это опыт, ну, который... Нашим сказать, это фантастика, да, пенсионерам. Медицина, там есть страховая медицина, там есть возможность у тех же пенсионеров по-прежнему ездить в санаторий, по-прежнему быть человеком, а не изгоем у себя в квартире. Не бояться подойти к крану и открыть лишний раз воду себе, как, потому что посчитали уже там, ну, невозможно. То есть есть какое-то, будем так говорить, сообщество, да, в том же Евросоюзе, которое близко нам, и где, если мы не можем черпать собственную систему и создавать ее, а это глупо, потому что есть люди, которые это делают, просто их не слышат, не видят, и по-прежнему продолжают как бы, да, действовать по-своему. Ну, так давайте возьмем тот опыт, который уже есть. Там тоже все ломали, там тоже было плохо, там тоже люди выходили на улицы и тоже протестовали. Но они были услышаны, потому что есть, да, банальное слово, демократия. У нас демократия почему-то абсолютно верно, мне понравилось, правительство, точно, это абсолютно четко подчеркивает, наверное, все, что мы видим, все тенденции. Но я тебе скажу, что еще страшнее, вот я наблюдаю это последние действительно два года, это когда вопросы можно решить, если у тебя есть друг, известный журналист, тогда, возможно, тебя услышат, и, возможно, у человека, у которого беда, он будет найден, услышан, вытащен из ситуации, решится его жилищный вопрос, решится его медицинский вопрос. Только в этом случае, извините, мы говорим о четвертой власти, ее нет, давайте по-честному,
Если нет известного журналиста, который может достучаться, вхож в кулуары и что-то создать, все, ничего не будет. Это, представляете, страна, сколько нас осталось? 46 миллионов? Нет, 40 миллионов. Нет, у нас уже 40 миллионов. То есть... Светлана, вот наш коллега Сергей Лещенко вытягивает такие документы, оприлюднює эти документы. За кожен з таких документів людина має потрапляти за грати. Нічого не відбувається з панами Кононенками, Мартиненками, з усіма, з тими, хто зараз в парламенті, оці от, може пропхати будь-який закон, вони недоторкані, тим більше, там, скажімо, Фірташ, Ахметов, мабуть, що це... Це така річ, що і четверта влада дійсно не працює, джинса вона в пошані, и это теж так дуже, это вот извини, как раз это то, что я говорю. Четвертой власти на самом деле это иллюзия, ее уже нет. Так. К слову, не прислушаться. Причем это разрушил на самом деле, первым был не Янукович, а Ющенко, который Ющенко, оскорблял журналистов в прямом эфире и, в общем-то, вел себя неподобающе, опаздывал на встречи. В общем-то, он заложил эту тенденцию. По более того, годин, нигде в мире невозможна ситуация, когда публикуются... То, что вот Сергей добывает и находит, и выставляет, и до этого все на «Украинской правде» мы читали, не только там, Апостров очень много всего пишет. Но обратите внимание, это не то, что никому не интересно, у политиков не то, что нет совести, а у нас вообще не работает система, когда ты о себе читаешь, ты понимаешь, что вот вы вылили твою правду, ну или кто-то говорит, грязное белье, да? А ну что, завтра пойду в парламент, а что, не все я еще взял, надо бы еще как-то, мне же все равно дали власть на это. Поэтому у нас не работает, и повторюсь, это то, что можно опять же нас параллелить с Францией, не работает система. Как и люди, по большому счету мы не защищены, но и мы себя не защищаем. То есть нас надо довести до крайней точки, вот как сейчас, обратим внимание, по городу это действительно так, и в прессе, и среди людей муссируется главное, что... Вот придет осень, будет тяжело, и что будет на Майдане, никто не знает. Выбух будет. Вот, выбух то есть будет. Вот об этом все говорят, это нагнетается. А почему надо ждать осени, чтобы сказать, что неправы люди? Почему у нас обязательно надо чего-то дождаться? Не надо дожидаться, есть права, которые надо защищать, и это ваши права, наши права. И прежде всего, вот когда мы поймем, что мы правовая страна, да мы джерело может влады, быть тогда народ, абсолютно верно. Тогда это будет работать. Пока это не работает даже в нас самих. Весь ужас в этом. То есть мы дальше Киева ничего не видим. Все едут в Киев, потому что здесь есть работа. Села в ужаснейшем состоянии. А мы этого не видим, потому что нас даже по телевизору этого не показывают. Ну, будем говорить так. Ничего об этом мы о своей стране, собственной, знаем. Что? Ну, что у нас знаем, есть что... замечательные курорты. Что у нас есть замечательные... Не продаємо ми навіть себе показати миру не можемо. Ну, зате сміття показали, знаємо, що ми дуже і дуже засмічена країна. 6% території під сміттям, ну це фантастика. Ми рекордсмени світу, це так американські дослідження вже є, рекордсмени світу з клептократії, тому що у нас клептократів більше, ніж в усіх країнах світу. Ну, це в верхних эшелонах влады. Так что тут есть достижения, так бы, Валентин, ты знаешь, на самом деле мы не самая мусорная страна, мы страна безалаберная, потому что, если ты помнишь, несколько лет назад, ну, в пределах, наверное, 8, это не несколько лет, в Италии была проблема, когда мусорщики устроили забастовку и 10 дней не убирали, города были полностью завалены мусором. Но они знали, за что они борются, потому что мусор во всем мире, давайте честно говорить, это большие деньги. Это бизнес. И почему не строятся заводы? Почему все это в ступоре стоит? И почему только что об этом говорил Тарлинко? Потому что каждый хочет получить свой кусочек от этого очень прибыльного бизнеса. И пока люди не поймут, те, кто у власти, что да надо как-то не только о собственном кармашечке думать, а в общем-то есть государство, которое... К сожалению, на данный момент зашло в такой тупик, что дальше никуда, что мы даже мусорные войны вести не можем, мы на них зарабатываем, мы только можемо, имидж. Не можем вести войну, а мы воюем и называем это АТО, и да. Вот каждого дня приходят эти повідомлення. Светлана расставила акценты дуже вдало.
Давайте сміття, перш за все, ви, шановні, у владі, викиньте це сміття з голови. Сміття, яке не дозволяє вам думати про державу, а лише спрямовує в один бік, в кишені. Світлана, такі коментарі, ну, та, тематично будемо виходити щотижня з якимись такими думками від народу. Тому що моя колега живе так, як і мільйони людей, які не мають достатніх, так би мовити, статків, не мають змоги платити оці вар'ятські комунальні платежі, як ми з вами. Тому це буде дуже корисно. Спасибі, Свята. І продовжимо зараз про систему профтехосвіти, тому що це теж у нас дуже болюча проблема. Про неї вже за всіма проблемами забувають, але якщо забудемо, то у нас не буде скоро ні людей, які б могли оборонну промисловість підтримувати, ні людей, які б, ну, це нам дуже потрібно, які б просто нам допомагали в побуті. Тобто слюсарі, токарі, ремонтники, будівельники. Отже, не перемикайтеся. Світлана, спасибі. Далі буде. Валентин.